Сергей, подойдите, пожалуйста, сюда. Украсьте мой прямой эфир своей неземной красотой. Здравствуйте, мои дорогие. С вами не конкурировать. Да ладно, ладно, не скромничай. Сергей, как вы себя ощущаете вот вроде такого жениха практически? Отлично. Слушай, а ты мне скажи, пожалуйста, я все забываю, сколько раз официальная свадьба тоже была? Официальные две. Две было официальные. Да. И ты прям, и невесты каждый раз были в белом, в фате прям? Да. Чего? Палочки. А у меня нет. Ватные палочки в нижнем самом ящике должны быть. Нет палочек? Mm-mm. Хорошо, вы не уходите пока. Значит, два раза у вас были уже свадьбы. И ты решился третий раз на свадьбу. Парфюм свадьбу. Какой хороший. Том Форд, да? Слушай, парфюм у тебя прям шикарный. Что за парфюм, правда? Мне тоже понравился. Бог любит троицу. То есть ты считаешь, что это будет типа последний заезд? Надеюсь. А сейчас мне надоело уже. Я тебя могу понять. Мне бы тоже надоело. Слушай, ну и свадьба прям будет свадьба-свадьба, и пела, и плясала. Ну, цыгане, медведи, драка. Скажи это. Ну, Сереж, не прячься за Андрея, тебя не видно. А скажи, а ты будешь на свадьбе свой коронный номер, эту песню Шнурова, когда ты выпиваешь бутылку вина? Конечно. Точно будет? Да. А с прогибчики? Вот прогибчики. А протрузии не помешают тебе прогибчики? Так я спину прокачиваю. Для чего? Чтобы ее потом ломать. Ну да. Сначала лечим, потом калечим. А? Ага. Момент. Да, у нас тут вот так вот все получается. Андрей, видите, в красном, он едет со мной на девичник. Да, у меня сегодня девичник. Девочки все там уже готовятся, все красотки, всех очень жду. Соха, правда, меня кинул, сказали, что welcome drink не будет, но придется девочкам самим себе заказать выпить, это как бы уже, я думаю, их не разорит. А в остальном все классно. Вот. Да, все как заказывали, все нереальные, нереально все красивые. У меня мероприятие девичник, а Сергей с Яной идут на юбилей. 30 лет, Яниной подруги, как я понимаю. Да, 30 лет. Сергей, а вот скажи, пожалуйста, ты вот с Яной уже сколько, 4 года вы встречаетесь? Да. 4 года, через да? Через неделю будет. Через неделю будет 4 года, как да. Вы встречаетесь. Представляешь, парень помнит даты. 29 октября. Слушай, а ты смотришь на других женщин? Конечно, смотрю. А ты на них с вожделением смотришь? Нет, просто смотрю, чтобы сравнить, что... Твоя лучше? Да. Ясно. Все познается в сравнении. Понятно. А на порнографических сайтах ты бываешь? Сейчас уже нет. Почему? Ну, а смысл? У тебя что, либидо упало? Нет, не упало. Нет, но когда Яна уезжает... Ну вот мы же, Яна же часто уезжает. Тогда захожу. Заходишь, да? А тебе вот какие сюжеты больше всего нравятся? Классика там? Когда красивую девушку красиво имеет. Вот мне тоже такие... А тебе, Андрюш, какие сюжеты больше нравятся? Ты уверена, что хочешь это знать? Ну, ты потом плохо спать. Групповушка же с драконом. Это самое нормальное. Кстати, знаешь, это для разминочки. Да, я, кстати, вот, между прочим, Сереж, хочу тебя порадовать. Я сегодня буду девочкам рассказывать про ошибки при минете и техники массажа члена. И сейчас, когда я пробегала глазами по материалу, пока вот Андрей Яну красил, она прям так живо интересовалась и просила ей озвучить. То есть она вот постоянно в этом направлении развивается. Сюрприз. Тебя ждет сюрприз. Спасибо. Как минимум. Спасибо. Осьминог тебя ждет. Да. Яна все... Еще, правда, вот Андрей научил Яну еще одному сюрпризу, который я забыла, как называется. Булбастинг. Да, но в булбастинге, надеюсь, он не будет на тебя испытывать. Это все-таки очень жестко. Но вообще, Яна очень творческая тоже в этом плане натура, поэтому как бы. Ну, так свадебка когда планируется-то у нас? Летом. Лето понятие очень растяжимое. Ну, в Москве лето это очень короткое вот понятие. Именно, да. Вот именно. Вот такое вот. Так я еще же это слышала историю страшную, что ты типа еще раз предложение будешь делать? Да. А чего? Уже несколько раз сделал, можно. Ну вот я про это и говорю. Коллекционировать предложение. А ты как-то уже придумал какой-то прям вот креативный момент? Я всегда импровизирую. Я только импровизирую. Не всегда получается качественно, но импровизация – это я. Молодец. Импровизация – это ты. Да. Это круто. Бывают и провалы, но… А знаешь, вот я тебе хочу дам хорошую идею. Давайте. И вообще, парни все. Вот вы, значит, собираетесь заняться сексом со своей любимой девушкой. Достаете из прикроватной тумбочки… Анальную кровку. Ну, это слишком уж пошло, Сергей, ты очень продвинутый. Доставаете из прикроватной тумбочки тюбик со смазкой, выдавливаете смазку, а оттуда кольцо Тиффани. На водной основе. Да, и вы ей надеваете на палец это кольцо, протерев его от смазки.
Хороший совет, мне нравится. Вот такого еще никто не делал предложение 100%. Это эксклюзив. Так вы сейчас это кинули на столько подписчиков. Да, так они никто не смотрит. Да они эту смазку-то не знают, что с ней делать. То ли ее есть, то ли ей что смазать, они даже не разберутся. Какое место мазать-то этой смазкой. Вот так вот волосы прикладывают. Да, да, вот. Поэтому как бы... А, кстати, очень было весело. Человек ко мне заходил, Паша, значит, помочь мне по хозяйству. Он периодически заходит помочь мне по хозяйству. И мне несколько человек написали, что как бы мой бывший зять очень мне подходит. Мы с ним просто созданы друг для друга. И вообще, скорее всего, надо у нас брать. Любовь. Скорее надо всего, брать. У нас любовь. После того, как мне мама предложила обратить внимание на прораба Леонида в городе Чехов, я уже как бы ничему не удивляюсь. А сейчас вот спрашивают... А, мама предложила? Да, мама мне говорит, Лена, обрати внимание. Мама плохого не посоветует. Мама плохого не посоветует. А теперь самое смешное, что меня там спрашивают, хочу ли я Сергея. То есть люди просто извращенцы до такой степени. Ну, старый добрый инцест, его никто не отменял. Ну, инцест, это когда между родственниками, пока еще не родственник. Ладно, очень веселое получилось у нас прямой эфир. Яна, покажись, пожалуйста, свою неземную красоту, пусть уже мои зрители посмотрят. Там и... может... ослепнет. Ян, подойди, не выпендривайся, пожалуйста. Нет, я не подойду. Нет, вы посмотрите на нее. Яна, пожалуйста, подойди. Нет. А что случилось? Ну, когда тебя видели такую наглую девицу? Ладно, спасибо тебе, Сергей, за то, что ты получил. Ну, вообще хорошо, что он так нагло себя ведет, потому что как бы я там как дура собирался ей машину на свадьбу подарить, мини-купер, еще там что-то сделать. Естественно, после такого наглого поведения я имею полное право ничего никому не дарить и вообще забить на все и на всех. Ну, Сергей, хорошо вам погулять, ты как бы спасибо. Выпивать-то много будешь? Да, я люблю выпить. Выпьешь. Да, ты сколько выпиваешь обычно вина?